Ну, давай, еще чуть-чуть. Проиграл. Слушай, этот уровень такой сложный, что я уже пятый раз его не могу пройти. Может, ты мне поможешь, Камиль? Пап, я занят. Так, а можно поинтересоваться, чем ты так занят? Я ищу клад. Клад? Так, это уже интересненько. Ну-ка, расскажи-ка мне, что за клад. Я тут увидел некоторые места, где, возможно, находится клад. Так, и что дальше? Ну, у нас есть маленький нюанс. Какой? У нас нет кладоискателя. Может, у тебя есть? Так, кладоискатель. Слушай, у меня его нету, но, в принципе, я знаю, где его раздобыть. Пап, а? Судя по карте, там север, а нам нужно на юг. Продвигаемся дальше. Продвигаемся. Аппарат все молчит и молчит. Ты уверен, что твоя карта достоверна? Я уверен на 100%. Сейчас проверим. О! Аппарат показывает, что мы на месте. Пап, я что-то вижу. Что это? Посмотри, какая-то коробка. Так. А где клад? Папа, ты не представляешь, это же целый набор лего. Я думал, что мы пришли искать клад. Найдем золото, бриллианты. А мы нашли коробку лего. Мама, это и есть клад! Пошли скорее собирать! Ничего не понимаю. Принимайте еще один кристалл. Отличная работа, ребята. Осталось еще пару кристаллов, и можно отправляться домой. Тем более я так соскучился по своей жене и собачке Доле. Все, стоп, работа! Тарантино, выключай свою камеру, отправляемся на обед. Ура, ура, обед! Я так проголодался. Тем более Катюша сегодня должна была нам приготовить вкусную рыбку. Эх, проголодался, сейчас бы целого медведя навернул бы. Да ладно тебе, медведя навернул бы, он тоже мне фантазер. Вон, кстати, Катя наша с рыбалки едет. Привет, ребята! Привет! Бобик, за мной, не отставай! Бобик? Катя, это же медведь! Мама! Не бойтесь, ребята! Да он не бойтесь, он добрый! Добрый? Медведь в Арктике? Да вы что, с ума посходили, что ли? Он же нас сожрет! Да не бойтесь вы, он добрый, я его приручила. Смотрите! Бобик, сидеть! Умничка ты моя, хорошая мишка! Давайте, ребята, приглашаю вас всех к столу. Вы уже, наверное, проголодались. Бобик, и ты за мной. Что-то у меня уже аппетит пропал. Настоящий кристалл. Камиль был прав. Интересно, сколько же он стоит? Пап, привет! О, привет! Ну что, собрал? Угу. Классно получилось. О, супер получилось. Пап, что с тобой?
Ничего, зуб болит. Зуб тоже болит? Угу. Одного кристалла не хватает. Так, так, так. Пап, где второй кристалл? Какой кристалл? Я ничего не видел. Пап, я знаю, что у тебя во рту. На, держи, от тебя ничего не скроешь. Пап, ты как маленький. На. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Ну что, и правда настоящий? Ну, конечно же, не настоящий. Выглядит как настоящий.